Практически каждый раз, когда я прихожу на площадку, я вижу, как кто-нибудь качает пресс, выполняя подъемы ног, вися на перекладине. И хотя они могут делать десятки и сотни повторений, но на внешнем виде их животов это обычно не отражается. И дело даже не только в том, что они делают это упражнение криво, используют махи ногами, инерцию, неполную амплитуду и допускают еще кучу косяков. Проблема в том, что само упражнение подъем ног перекладине довольно бестолковое. Есть довольно известное выражение: половину денег, которые вы тратите на рекламу, вы тратите впустую. Проблема в том, что вы не знаете, какую именно половину. А вот когда дело касается подъемов ног к перекладине, я могу совершенно точно сказать, какую половину своего времени вы тратите совершенно впустую. Все дело в биомеханике движения. Потому что за подъем ног из положения виса до угла 90 градусов отвечает пояснично-подвздошная мышца, которая не относится к мышцам пресса. А вот за подъем ног с 90 градусов и до вертикали отвечают как раз мышцы пресса, потому что в этот момент вам приходится скручивать таз и, соответственно, их включать в работу. Фактически половину этого движения мышцы не напрягаются, а отдыхают, потому что пока вы опускаете ноги от угла 90 вниз и поднимаете их обратно, мышцы пресса вообще не работают. Еще раз, просто задумайтесь, можно ли назвать это упражнение эффективным, если половину этого упражнения можно совершенно спокойно выкинуть и ничего не потерять. Более того, если вы выкинете половину упражнения, в котором мышцы пресса не работают, оно наоборот станет еще более эффективным. Тем не менее, мало кто вообще задумывается над этим вопросом, потому что мало кто вообще задумывается над биомеханикой упражнения. По крайней мере, я этого не встречал ни на одном другом YouTube-канале. Что же делать? Решение на самом деле очень простое. Вместо того, чтобы выполнять вис на перекладине, выполняйте вис на брусьях или на невысокой перекладине. Таким образом, чтобы вы не могли опустить свои ноги ниже угла в 90 градусов, а были обязаны начинать и заканчивать движение из положения уголка. Я уверен, что как только вы попробуете это сделать, то количество повторений в этом упражнении значительно уменьшится. А вот ощущения в районе вашего живота будут совершенно другими. Вы наконец-то сможете почувствовать, что значит качать пресс. И на самом деле в тренировочном процессе таких лайфхаков очень и очень много. Вот всех этих небольших мелочей, которые позволят вам сделать ваши тренировки намного более эффективными и тратить на площадке гораздо меньше времени, получая тот же или даже лучший результат. Потому что в жизни полно других интересных вещей, чем зависать на турниках и брусьях целыми днями. Верно? Если согласны со мной, то подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы и предложения в комментариях, а мы будем снимать ролики все лето. Стараться выкладывать по 3 новых видео в неделю и будем стараться делать их максимально полезными для вас. Такие дела.